to the company store. Выключилось оборудование на своем чеке, все слетело, мы немножечко задержим по этой причине. Но я надеюсь, что вы не слишком утомились, и вы готовы провести ближайшие часа полтора вместе. Сегодня мы будем играть песни не только с нового альбома, но вначале я решил, что сыграем именно блок новых песен. Успели послушать пластинку-то? Как вам понравилось? Коля, что-то не сильно понравилось.
Ну что ж, вторая песня называется «Иммунитет». В соцсетях обычно молчу, поэтому я сегодня хотел немножко поговорить. Чуть-чуть. Вообще, альбом этот, он такой невеселый, вы заметили, да? Вот, у меня просто было какое-то количество песен повеселее. Я надеюсь, что скорее настанет время, когда им придет момент, когда их... мне захочется выпустить, вот, но так как последнее время, скажем так, мне было довольно неспокойно, и я захотел написать что-то, что происходит внутри, даже не снаружи, а как-то посмотрел внутрь себя, задал некоторые вопросы, и эта пластинка, она в некотором роде терапевтическая, я бы сказал, вот, явно не тот альбом, который захочется летом погонять в кабриолете в хорошую погоду с девочкой. Высекаешь. Что происходит? Я это к чему? Если вдруг уж так произошло, что вы застряли в лифте,
никакие кнопки не могут вас доставить на знакомый с детства родной вам этаж, то пусть для вас отстроят новый этаж. И для меня в том числе, и мы там с вами классную тусовку устроим. Вот. Да, чем застревать в лифте, тем более, когда лифтер не отвечает на кнопку вызов. Вот. Я бы пожелал вам кнопочку нового этажа в этом лифте, ну и может быть, чтобы в подъезде ремонт сделали. Пожелал вам капитальный. Такие у меня вам простые пожелания. Твои волосы и слепая тишина, и ты делаешь хоть что снова. Закрывайся от этого мира, закрывай свет, смекаю снова. Золото возьмем, иди на тихо, готово, слышно мало лет. И не слышит этот альбом сейчас впервые, потому что я-то его слышал раз, наверное, 500. Это, ну, проблема, когда ты сочиняешь сначала текст, мелодию, потом я один или мы с Колей вместе это аранжирую, потом я записываю эти песни, отбираю вокал, обрабатываю это как, потом я свожу это, потом я допродюсирую, как ты свожу и мастерю это в контексте альбома, и за это время эмоциональная связь с песнями, ну, в принципе, отношения с ними совершенно портятся, теряются, и эта эмоциональная связь, она потом возвращается именно во время концерта, когда мы немножечко переначиваем аранжировку, когда я вижу, как вы реагируете, что, блин, это же на самом деле неплохие песни. Вот, потому что, ну, когда ты работаешь на... на студии, то, ну, это просто превращается из песни в материал какой-то, где ты слышишь резонанс на бочке и там какую-то неудачную партию на синтезаторе. Вот. Ну, в общем, для меня очень важна ваша реакция. Спасибо вам. Но именно вот во время следующей песни я бы хотел, чтобы вы просто вообще ее послушали, потому что она довольно интимная для меня. Ну, а после нее уже можно...
встречи не усну. Ведь так парил нас уже пару лет сначала. Пару схалит миг вечер. Иногда я бегу от весны до Москвы, утопая в болоте рассвета. Пустота, мы дома с ней были на вы. Только ты же знаешь, что дело не в этом. Я вспоминал место там, где я помню, в стыд было худо. Все-таки круто. Наши тела обнаружат в доме. Где мы усыпаемся на работе. Особенно хорошо почему-то получается именно вживую. Ну, мне очень нравится. Следующая — это одна из них. Мне прям очень понравилось, кайфанули сильно на репточке несколько дней назад, когда я первый раз забрали. Коль, ты как, поддержишь меня? Да? Да, все. Николай поддерживает. Можем стартовать. Thank you.
Как мило все начиналось, помните? С тобой зажигая звезды. Теперь я сжег наш дом еще вчера. Теперь я жду пустота. Этот поезд поехал куда-то не туда. Ну что, на самом деле, альбом-то такой уж и длинный. У нас осталась всего последняя песня с альбома. Кто знает какая? Все, презентация закончилась, ребята. Я надеюсь, что этот альбом, как он помог мне за эти два года, я надеюсь, что у кого-то он тоже в трудную минуту, или в хорошую минуту, я не знаю, в любую, из минут он вам пригодится и будет полезен, и этим, может быть, отвлечет от чего-то, а может, наоборот, погрузит какие-то правильные мысли. Вот, давайте похлопаем этому альбому. Ну что ж, и едем дальше. Кто из вас был на Unplugged? О, на вас немало, да? Он проходил в оранжерее в ВДНХ год назад.
Год назад или два года? Год назад, да? Полтора года, потому что в мае. Вот, я много потом ловил отзывов, что нужно повторить. Мы повторим, мы уже даже планируем, да, на самом деле. Но сегодня мы можем просто сыграть несколько песен из этой программы, из измененных аранжировок. Я для этого хотел бы позвать на сцену Егора из группы «Пасмурно». Какие, я? Это один из них. Смысл я сейчас расскажу. Мы играем обычно, какая-то часть инструментов, она идет из ноутбука. Мы играем под клик, он у нас в ушах. Вот. И мы играем с плейбеком и с метрономом. А в Unplugged вот все вот 4 человека, которые стоят перед вами, они будут сейчас делать все звуки, которые вы услышите. Ну и плюс это такое чуть более акустическое прочтение, скажем. Оно, конечно, не совсем в классическом понимании Unplugged, так как у нас все подключены гитары. А Коля вообще играет на Амбуге? Ну, назовем это такое Unplugged, в кавычках. Со сносочкой. Вот, так, ну что, вы готовы? Ты помнишь, что
Ушли с маршрута, это означало, что вечер станет утром мутным. Встаю и жду сигнала, как описать эту химию. Смотрю на нее, воздух становится густым, частым. Застревает это в горле, как испуг коротких фраз пустых. Я хотел сгореть за вином, где-то за окном закричали птицы. Кровь переливала, ее так было мало, меня ломало. Я нажал на плей, ее платье упало. Я падаю в кресло. Чем осветить день, я такой-то голоден, а мысли на карманом мажут, ловлю радость. Ты просыпай ни о чем, ни о чем, поговорим до рассвета. Ты думаешь, что ты не поманил, и я увлечен этим. Последний чистый ветер, он был птицей, но ты не учился. Стук тяжелел, кроме вот эту дверь. Я читал когда-то, писал до лапы, так началась моя могила.
следующая песня, она по заявкам. Как сразу угадали? Ну да, но я просто... редко исполняю песни с Кейба Джона из Питера. Ну, давно просто это было, я другой музыкант, не чувствую. Но иногда несколько песен из него все-таки играю. Причем они неплохие. Вот. Одна из них Sky. Среди людей и стран, что-то я искал. Я плыл глубоко так, среди красивых рыб. Они не видят сны, знаешь, мы могли. Был синий скай, вокруг, и ты пускай. Лишь другой тебя выменял. Все, что внутри меня, так буду пускать. Ты в город для встречи искать. На повод погоду снежную. Тебя прежнюю. Мои цветы листы несут меня туда. Вечная весна. Твоей любви война сделана издалека. Но предвещали, что моя у берега. Был синий скай вокруг, и ты пускай. Лишь трудней тебя выменял. Но все, что внутри меня, и ты пускай, прошу мне тебя выменять. А все, что ты меня, так буду пускать. Ты в город встречи искать. На повод погоду снежную. Дайте шум Андрею Егору Пасмурному!
вернуться к плейбеку, я соскучился по Петрунову в ушах, ребят. Что там у нас, Коль? Обрадуй нас. Thank you.
карманы где-то вдали. Там, где цветет кипарис, там, где рассветы поводыри. Не говори, прошу, молчи, не говори. Это мой последний каприз.
идиотский смех, на котором пятно я делаю, но перебиваю диалог. Ты хочешь все услышать, но не слышишь того.
Андрей. Я вас люблю. Пока вы от нас так просто не отделаетесь, мы еще и на уходе. Есть еще для вас чуть-чуть. Следующее вы любите. Деревни закрывали свет, небо опять меняло цвет. Чужой сюжет, те же хвосты судьбы ко мне. В тебе вода яблока, я плыву по ним не с привычка. Я бы остался здесь с тобой, но дальше это будет неприлично. Я бы остался здесь с тобой, но дальше это будет неприлично. Мало знаменов встречных.
Спасибо вам большое. Ну что ж, я бы хотел поблагодарить свою команду. На самом деле, это концерт Егора Стеслева, конечно, но над ним работало много людей. И часто вы их, может быть, не замечаете или не думаете о их работе, но они все делают вместе вот то, что получается. И я им очень тоже благодарен. Ну, по традиции начнем. Николай Мороз. Марат Сайфутдинов, ударный. Питерский парень. Мы как с Колей, так и с Маратом впервые играли еще... мы с Маратом играли даже раньше, чем с Колей познакомились, мне кажется. В 2014 году это было, да? Да. Папа! Коля ушел из коллектива только что. Сергей Найкин, менеджмент. Артем Григорьев на звуке. Иван Семенов сегодня обеспечивал для вас мэппинг видео. Спасибо огромное всей команде 16 тонн. Спасибо большое художнику по смеху. Всем, кто делал для вас этот вечер. Вот. Наверняка я кого-нибудь зову. Господи, Егор, спасибо за то, что ты из группы подсказал. Вот. В общем, кого забыл, не обессудьте, но спасибо. Егор Сесарев, да. Егор Сесарев, это я уже. What a picture.
девочки. Она играет на скрипке, ей 9 лет, я не знаю. Вы здесь, да? А дочка ваша с вами? А, она не пришла, к сожалению. Передавайте ей привет. Thank you.
что, все? Еще? Окей, тогда я бы хотел позвать еще раз Егора из Паспорта. Thank you.